right. With the Fazbear Funtime service, you'll never be alone again. It's guaranteed. With our exclusive animatronics, you'll always have someone watching your back. They'll provide you with hours of fun, entertainment, and companionship. You can't hide from a future of fun. Our special delivery will make you jump from excitement. Subscribe today. Don't miss this opportunity. And remember, we're always watching. Всем здравствуйте, на связи Пуджу ТП, и добро пожаловать в новое видео по такой игре, как FNAF Air Special Delivery. Это последний ролик на моем канале, который будет по этой игре. Это последний ролик вообще по самому Special Delivery, потому что в этот день игра закрывается. Официально уходит в офлайн. Об этом я уже рассказывал вот в вот этом видеоролике. Там я обосновал причину, там я сказал мнение разработчиков самой игры, разработчиков Арсакена Air, даже комментарий Скотта был. И, увы, они запустили финальную доставку, которую я уже забрал. Очень печально. Они мне дали 5000 фазмонет. Они сделали DLC бесплатным. Цены они значительно снизили. Так что сегодня, я думаю, будет даже возможность что-нибудь купить. Потому что... Ну, а почему бы и нет? У нас даже вон приманки на таких аниматроников остались. О-о-о. Ну-ка, пиранья плюс травка за 500-ку. 500-очка, ребята. Сегодня мы кого-нибудь половим, помимо, конечно, Great Escape, потому что... А, нет, у меня же вроде должна быть приманка. Если у меня есть приманки, то это будет хорошо. У меня вообще на всем аккаунте их очень много. Вот прям реально много. 61 девайс, и вот столько я приманок копил. Даже на Funtime Freddy осталось. О, видите? Можем, кстати, сегодня пополнить некоторую коллекцию. У меня же не все тут. И так как у нас сегодня Валентин, я бы хотел испытать двух персонажей. Вновь их чекнуть, вновь их победить. Это Black Heart Bonnie и Hersig Baby. Давайте их ловить. Сейчас буду опять шедевра шакала, я, конечно, энкаунтрить. Бро! Этот бро от меня убежал. О, стой, сюда, привет. Привет! Блин, он... Я не могу смотреть на эту модель. Я уже отвык от этого. Ну, опять Black Heart Bonnie. Прикольно. А у него все те же шедевры глаза, да? Розовые. И он даже... А, он вот. Ну, конечно, долгие катки. Быстро побежал, алё. А чё так быстро? Блин. Не, ну сам-то скин прикольный. Очень классный. Ура! Обед! Мы выиграли. Ура! Мы ничего не получили. 22 опыта. 22 опыта! Блин, какое разочарование всё-таки в этой системе опыта у них. Нус, давай. Hersig Baby. Они, оказывается, приходят у нас не сразу. Они на это... А, нет, сразу. А чё сразу-то? Блин. Ну, а так сразу не могли прийти. Чё надо было отлагивать? Да, soon you will be as broken as I am. Я посмотрю, если я сломаюсь там. Дам знать.
Ну? О, а если так... Ой, у нее там глаза такие... Ой, ее розовые глазки. У нее розовые глазки, я не могу. Я их ненавижу, кстати. Блин, Baby Wolf на Fire, это, конечно, вообще зашквар. Вот реально, играть с такими яркими текстурами, это просто пиздец. У них никаких эффектов даже нет. Форс, она, конечно, гораздо лучше. Со всеми доработанными звуками, эффектами. Вообще, этот скин очень классный. Это вот прям мой самый любимый скин на Baby. О, еще эти звуки. Я в шоке. Ну-ка, ножки. Ножки. Ножки, ножки тоже светлые. Бежит, бежит, блядь. Это капец. Я в шоке. Почему удивляться-то? Давно не играл. Опа. О, о, два мода выпало. Фортану. Вот Фортану. Давайте посмотрим, кто у нас тут может попасться. Я бы хотел каких-нибудь не дефолтных. Мангл. Ну давай. Кстати, Мангл-то и Фредди же, они по сути в этой игре именно... Блять, на день Святого Валентина вышли. Мангл, конечно, вышло попозже. Тут еще и батарея! Я забыл, тут батарея еще не... О-о-о. Ну здравствуйте, я забыл про батарею вообще, то, что она здесь нормально-то не заряжается. Угу. Ты где-то здесь? Бежит. Нормально. Ну блин, у нее даже лагучие текстуры, у нее лагучие шейдеры на глазах. Чтобы вы понимали, именно конкретно не из-за ее текстуринга, даже больше. Тут были лаги, и конкретно из-за ее шейда. То есть вот на глазах вот этот эффект. Настолько он высокополигональный. Опа. Угу. Здравствуйте. Быстро. Блин, как она лагает. Она даже тут лагает. Ну ты посмотри. Не, у нее реально, у нее на глазах очень прям лютые шейдеры. С этими эффектами, я не знаю. Они вроде, они выглядят дешево. Мало того, что они выглядят дешево, они еще и заставляют игру лагать. И это действительно, это правда. То есть у нее даже воркшоп понимаю. Ой, блин. Ой, они теперь все тут прогружаются. Ой, ой, капец. Ой, капец. Ой, капец. Не обед. Джекубони. Ой, капец. Ой, капец. Я ща... I'm going to the... Oh. No. Что? Они реально лагают гораздо больше, чем форсы. У меня очень лагает это все. Блин. Ну вот реально текстура, это просто шлак. И тут, кстати, зеленые глаза у этой. Блять, у Clockwork. У Clockwork там зеленый отблеск. А Force он. Вот эти вот шедевры. Вот шедевры шейдера. Вот, видите? О! Ой, как лагает. Здесь такой фигни нет. Слава богу. Но здесь все равно это полный пипец. Я в шоке. Ой, той Фредди, ой, той Фредди, ой, лагает сервак, лагает сервер, ой, лагает сервер, лагает сервер. Ну-ка. Ну, а ты, кстати, уже не так сильно лагал, как ранее, прикольно. Ой, бля, ой, я и забыл то, что у него был такой голубой фон. За... Ой, Болдер той Бонни. У них никого, ни у кого эффектов нет, кстати. Вот все у меня ЦПшечки сохранились. Фантайм Фредди тоже. Я его себе на второй аккаунт отправляю.
Санкин той бы, я ненавижу этот скин. Той Чика, моя любимая соска. Хайскор. Ой, Катрина, Катрина моя сасная. Нет, я не могу, я сейчас глаза вырву. Спрингтрап. Спрингтрап, бро. Бро, тебя жизнь потрепа. Ой, вот его бы я сейчас словил. Во, можно его, кстати, словить. Он здесь не так лагает. Или флейминг спрингтрапы. Клоуна. Только не клоуна. Черти. Не, я по-любому еще кого-нибудь попробую победить из скинов на спринга. Ой, еще и отдельные слоты. Отдельные слоты. Ой, я предлагаю вот еще Шемрака убить. Шемрак классный. Шемрак. Для начала давайте посмотрим, кого я еще могу найти на карте. Если там будет Мангул или Той Фредди, я не буду Той Фредди. Да. О, 79. Они еще и здесь. О, не, Мангул, все, Мангул. Уйди. Уфе. Бяков. Ну, не надо, не надо мне тут сопли ваши. Ну охренеть, а что они цены подняли? Они прям... 12, а. Мне дали там 79 просто монет. А, ну все, понятно. Дальше не продвинем. В таком случае будем кого-нибудь ловить. Давайте плюс трапа. Давайте плюс трапа. У меня есть приманки на плюс трапа? У меня хотя бы одна есть приманка. Я думаю, ну, должна быть. Плюс трап. 5 приманок. Нет, бля. А, нет, у меня не хочу батарейки тратить. Токсик спрингтрап. Токсик спрингтрап. Вот его я бы хотел. Вот его бы я хотел. Самый мой любимый скин во FNAF Air. Самый любимый вот просто. Самый любимый по, ну, по простоте это Шемрак. Шемрак вообще легенда. А вот, вот самая соска для меня это Токсик. Конечно, Флейминг тоже классный. И где его носит, тварь? Опять меня все бросают. Гады. Я, в принципе, могу тут все скупить. Салон-то. Здесь дадут 5 приманок. 5 приманок. Ага. Блин, выбор огромный. Так-то. А, вон Токсик. Чуть-чуть. Вот он. Вот он. Привет, мой сладкий. Привет. Вот его. У него даже здесь уебищная текстура. Зато форсы они хорошие, но, блядь, перегруженные. Обед? Обед. Так, лагаем, тварь. Ага, белая. О, здесь он гораздо меньше лагает. Это хороший клюв. О, бонус. Ручка. Ручка. О, еще красный. Еще красный. О, какой злой, злой, бро. Я его, кстати, не сразу видел. Красный. Красный, 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 я там ангел. А! Спокойно, спокойно, спокойно. Тихо. Wait, 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 what the fuck? White. White. And red. Блин, я нервничаю побежать спрингтрапа именно в FNAF Air. Ага. Ага, я понял, я тебя понял. Ага. Там были красные. Ага. Я тайминг был, я не... Да, нет. Там красный, там красный, там красный, там красный, там красный. Брэд, брэд, брэд. Че он расходился-то? Красные! Мне повезло!
Ой, как мне сейчас повезло. Я его вообще не увидел. Я его прослушал. Белое. 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 Все, белое, хорошо. Бежит. Кстати, мне этот эффект нравится. А! Прикольно, класс. Да, не красная. Почему мне так везет? Белая. Белая, белая, белая. Все. Он долгий. Бежит. Блин, какая он соска. Я его люблю. I love that guy. Ой. Вот токсик скрип травли. Классно. Ничего мне не выпало. А я раньше реально радовался очень сильно. Никого? Никого? Никого мне не дают? Вообще никого? Вы что, жмоты, что ли, в охре... Давайте дальше смотреть, кого я могу убить. Давайте попробуем клоун Спрингтрапа. Клоун Спрингтрап, вот это вот сейчас будет больно. Моим глазам даже. Ой, ой, как ярко-то вдруг стало. Еще и лагает. Давайте попробуем одного клоун Спрингтрапа. У меня есть на него приманки? У меня были на него приманки. Where's my lures? Clone Spring Trap. 5 приманок на Clone Spring Trap. Давайте одну. Я хочу его победить. А где это, бро? Вообще у него глаза очень прям заебисто такие, знаете, яркие. Ну, в смысле яркие, они у него не насыщенные по цвету и мелкие, но они яркие. Они ярко светятся, и они светятся в основном только белым оттенком. И где этот бро? Ой, оставить FNAFR, конечно, в таком виде. А, вот он. Где ты был, блядь? Я тебя убил. Вот он. Привет, привет. Все, аккуратно. Лагает. Очень страшно. Страшно! А! Я видел! Красные! Очень страшно. Там красный.
О май гад! Run, charge. No. You are fucking... You are kidding me! No! Charge. No way! No way! Oh my... Это было аски. Это реально было тяжело. То есть вот без какого-либо сарказма это реально было сложно отличить. Без особой яркости это не отличить. Особенно, когда тебя настигают помехи. Обалдеть! Давайте попробуем теперь Flaming Springtrap. Flaming Springtrap. У меня есть 4. 3 приманки останется. Нормально, коллекция не пострадает. Блин! Ау! Вау! О! Вау! Я полагаю, еще после вот этого спринга мы уделим время какому-нибудь другому аниматронику, и на этом, думаю, все. Это было так сложно! Это реально было сложно! Обалдеть! Я просто не привык к нему! И у меня опять где-то пропал Flaming Springtrap. Больно. О! Ога, о, хай! Хай! Здорово. О, боже. You will. Я забыл, как его ловить. Где красные? Красные, там были. Красные. Опасно. Белое. Красный. Ред. Белые. Red. No way! Oh my god. Очень классно. Он, кстати, был довольно быстрый. Он не занял много времени. Мод, опять мод и 29 опыта. На этом у меня тут 47 уровень.
Обалдеть. Ну что, предлагаю завершить, наверное, эту доставку последним персонажем, которого бы я хотел убить. Вообще тут выбор огромнейший, прям реально огромный. Но я бы хотел его остановить на конкретно Шемрок Фредди, потому что это самый первый скин в игре, один из самых моих любимейших таких. Он мне очень нравится, он довольно простой, он очень классный, он по механике на приманке интересный, прям агрессивный Федор. Ох, озвучка, ой, все очень классно на самом деле. Здесь такая логика, как чем проще, тем лучше, она реально работает, тем более на этом скине, в отличие от других. И опять он пропал. Опа, пришел. Пришел, Шемрок Фредди. Здорово, брат. Это моя финальная доставка. This is my last delivery. Будет как бейби. Очень классный скин. Раньше его вообще было тяжело победить игрокам. Все тогда ранее только к спрингтрапам привыкали, а теперь... А теперь вот. Давай, беги. Не хочет. Ну, не, не хочет. Бежит, бежит, бежит. Ага, окей. Окей. Прикольно. Я успел. Я успеваю. Я очень люблю этот скин. Очень жалко, вот реально жалко. Нигде, нигде больше таких вот скинов не выйдет, понимаете? Эти скины останутся только в каких-либо уникальных играх, которые тоже принадлежат вселенной Кнапа. И в NoFair тоже туда будет входить. Но вот так вот трагически и благополучно для меня, если так можно выразиться, заканчивается это видео. Всем спасибо за просмотр, поставь лайк и подпишись на канал, если ты тут впервые ищешь больше контента по такой игре, как Forsaken Air Darkest Delivery. Да, не забываем то, что моя основная тематика — это фан, игра по NoFair, модифицированный клиент Forsaken Air, который у нас доступен и на Android, и на iOS. Главное, зависит от того, на чем вы играете. Обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать все самые свежие видеоролики на моем канале. Ну а также обязательно пиши комментарий по поводу этой игры. Вообще, нравился ли тебе когда-то FNAFair? Нравится ли он тебе на данный момент, хотя не уверен? И какое у тебя отношение к нему сейчас? Обязательно подписывайся на мой телеграм-канал, где ты можешь узнать о всех новостях игры Forsaken Air, если ты следишь за данным проектом. Ну а также можешь немного узнать о моей личной жизни и пообщаться с людьми в данном чате, который прикреплен к моему телеграм-каналу. На этом все. Всем огромное спасибо, всем пока-пока, до скорого, удачи и увидимся в следующих видеороликах.